Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 501. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5? Это пункт А. Решим задачу с помощью правила умножения. И цифру десятков, у нас двухзначное число, можно выбрать 1, 2, 3, 4, 5, 5 различными способами. Соответственно, 5 способов выбрать цифру единиц также будет существовать. То есть на второе место мы тоже любую можем поставить: и единицу, и двойку, и тройку, и четверку и пятерку. Соответственно, всего у нас будет 5 умноженное на 5 или 25 способов составить двузначное число. Пункт Б. Почти такая же задача. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, при условии, что все цифры не должны повторяться? То есть, если у нас на первое место есть 5 способов выбрать цифру, то есть выбрать цифру десятков, у нас 5 способов. На первое место мы можем поставить любую цифру: 1, и 2, и 3, и 4, 5. Но вот если мы одну из этих цифр поставили на первое место, то ее же уже использовать мы не можем. То есть на второе место претендовать будут только 4 оставшихся. То есть будет только 4 способа выбрать цифру единиц. Значит, всего у нас будет способов 5 умножить на 4 или 20 способов. На 5 меньше, чем в пункте А, и действительно, мы просто из пункта А, из всех чисел, которые можно составить из этих цифр, выбрасываем числа 11, потому что здесь 1 и 1, 22, 33, 44, 55, то есть 5 чисел мы выбрасываем, и остается всего 20 различных способов составить двузначное число. И выполнили задание 501. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания? Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.